12 июня в турецком городе Эскишехир состоялась торжественная церемония по случаю сдачи в эксплуатацию газопровода «Танап». В церемонии принял участие президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев. Церемония сдачи в эксплуатацию газопровода «Танап» началась с показа видеоролика об этом грандиозном проекте. В начале церемонии выступили президент Сокар Ровнак Абдуллаев и министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак. Затем выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Далее выступили лидер народа Северного Кипра Мустафа Аканджи, президент Сербии Александр Вучич, президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Затем состоялась церемония подачи газа в трубопровод «Танап». Evet, doğalgaz hattımızı açtık ve şu anda gönderiyoruz. Hayırlı olsun.